Парагвай передумал переносить посольство в Иерусалим. Нетаньяху заявил, что решение Парагвая ухудшит отношения между двумя странами и распорядился закрыть посольство в Асунсьоне. Парагвай решил вернуть посольство в Израиль из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом заявил министр иностранных дел Парагвая Луис Кастильони, сообщает сайт новости Израиля. Парагвай хочет внести свой вклад в региональные дипломатические усилия по достижению честного и надежного мира на Ближнем Востоке, сказано в заявлении главы МИД Парагвая. Он назвал решение президента Горасия Кортеса о переводе посольства в Иерусалим неоправданным. По его словам, Парагвай принял решение приостановить перенос своего посольства в Израиль и в Иерусалим. Он также добавил, что страна немедленно возвращает дипмиссию в Тель-Авив. Израильские власти резко отреагировали на этот шаг Парагвая. Израиль относится крайне отрицательно к этому выходящему за пределы решения Парагвая. Это ухудшит отношения между двумя странами, ответил через несколько минут премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В доказательство серьезности намерений он сказал, что отзовет посла Израиля в Парагвае для консультаций. Сообщается также, что он дал распоряжение МИД Израиля закрыть посольство в Асунсьоне. Отметим, Парагвай был третьей страной, которая перевела посольство в Иерусалим вслед за США и Гватемалой. Напомним, 14 мая США открыли посольство в Иерусалиме, и это событие приурочили к празднованию 70-й краткой годовщины основания Израиля. Перенос американского посольства из Тель-Авива вызвал массовые столкновения в секторе Газа. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.